Фейбл. Ты чё, широкий, что ли? А ты чё грубишь? Ты знаешь, кто мой отец? Он... Знаю. Я всё о тебе знаю. И как меня зовут? Ой, Данюш, хочешь ко мне домой привязанным сидеть на стуле? В смысле? В коромысле. Иди быстрее. Мне нельзя привлекать много внимания. Тогда я заору, и тебя все увидят. Какой же этот Даня тяжелый. А, где я? Черт, она не врала! Я никогда не вру. Разве что, если нужно кого-то убить. Чего? По секрету тебе скажу, Данечка. Я убийца. Киллер. Или маньяк. Шутки шутишь? Какие шутки? Кстати, Данечка... Не называй меня так. Ты такой красивый, Данечка. Может, тебя прежде чем резать, усыпить? В смысле? У меня есть жена и дети. Какие детишки? Тебе 18 лет. У тебя девушки-то нет. Да ты реально бешеная. Сейчас приду. Усыпляющее возьму? Не убивай, прошу! Ну, я подумаю. А пока голодай, Данечка. Надоело. На нож хочешь? Нет. Просыпайся. Не буду убивать тебя, Данечка, но будешь моим слугой. Чего? Ладно. Первое задание. Надень это. Я чё, дебил, по-твоему? Ой, хочешь быть моей едой? Ну, молодец. Сними, а пока сделай мне обед, Данечка. Придется. Кстати, мы завтра едем в торговый центр. Купим тебе одежды, а пока возьми мою. Ходить в одежде бабы? Можешь голым ходить. Тебе что-то мешает? Ты? Эй-эй, не груби мне тут. Ладно, ладно. Как вкусненько. А где я спать буду? Ну, можешь тут. Диван? Спи на полу, если хочешь. Пока тут. После торгового центра в другой дом поедем. У меня денег много. Я же киллер все-таки. Я сколько? 10 000? 31 000 000. Чего? Да. Ладно, я пойду спать. Прости, что отвлекаю, но в этом видео никак не обойтись без твоего лайка и подписки. Спасибо. Доброе утро. А как тебя зовут, кстати? Лиза. Да, сейчас поедим и поедем в ТЦ. О, ура! Дань, ты как ребенок, честно. Вау, какой красивый дом! Данюш, я уйду на пару часов. Дверь никому не открывай. Ладно. И будь тихо. Да хорошо. И где эта дура шляется? Уже 6 часов прошло. Во-первых, я дома. А во-вторых, как ты меня назвал? Лизой, я назвал тебя Лизой. А мне показалось, ты назвал меня дурой. Прости. У тебя еще 4 жизни. В смысле? 5 из 4. Одна потратилась, когда будет 0, усыплю, а потом зарежу. Ладно, приготовь мне ужин. И поживее, я такая голодная. Спасибо за ужин, а теперь иди спать. А? Где я? Простите, милейший Даниил, я опоздала. Ты почему в таком прикиде? Простите, Даниил, что без вашего ведома надела новую форму. Она теперь чё, моя прислуга?
Это что, сон такой? Что? Сон? Какой сон? Вы мало спали? Ух ты! А если я скажу тебе прямо сейчас сделать мне кофе? То, что снизу не читайте, вам показалось. Вот ваш кофе. Ой, разлила! Прости, Данечка! Блин, чё? А где твой костюм? Ты чё, сдурел? Какой костюм? Сон. Прости, умоляю. Ладно, я ухожу. Дверь никому не открывай и не шуми. Да, хорошо, Лиз. Ура, сегодня в клуб схожу. А сама сказала, что на работу. Хорошо, что под плащом платье. Она ушла наконец-то. В клуб пойду. А то давно еще хотел. Какая красотка. Привет. Привет. Какая красивая. Пойдем ко мне. Пойдем. Вот. Чё ты здесь делаешь? У меня такой же вопрос. Что вчера было? Ты не помнишь? Нет. Это хорошо, ничего не было. Почему наша одежда на полу? Даня! И приготовь мне завтрак. Угу. Держи свой завтрак. Оделась уже? Завтрак берешь? Прости, Дань. Ты стала добрее. Что-то случилось? Ничего. Пойду тоже поем. Приятного, Дань. Я открою. Здравствуйте, хотите получить газеты? Нет, спасибо. Там, кстати, показано про маньяка, женщину, которую зовут Лиза. Об этом никто не должен знать, кроме Данечки. Возьму труп и выкину на городскую свалку. И хорошо, что выстрел никто не слышал. Мы одни живем в этом районе. А кто там был? Неважно. Будь дома, я кое-куда схожу, и дай черный пакет. А, ладно. Лиза, а почему на крыльце кровь? Тихо, никому не говори. Иначе будешь на ее месте. Как же мне нравится Даня. Я дома, Данечка. Да, привет. Кушай, Данечка. У вас такой красивый парень. Вы это нам? Ну, да. Женщина, 16-20 лет. В кафе убило 7 человек и ранено 4. Официантка просто сказала, что ее парень красивый. Сейчас ее положили в психбольницу. Она была хорошей, но она так взбесилась. Прошло 6 лет. Даня жил сам в огромном доме. Ему уже 25. Сейчас. Здравствуйте. Лиза? Даня, прости за все, что я сделала 6 лет назад. Я была дурой. Я так сильно в тебя втюрилась. Убила много человек. Прости, пожалуйста. Лиза, я тоже тебя люблю. Правда? Ну, я еще при первой встрече влюбился в тебя. Я все это время думала только о тебе, пока была там. Я часто вспоминал тебя. Прости, пожалуйста, Данечка. Проходи, Лиз. Они долго разговаривали, но тут Даня посмотрел на Лизу, а Лиза на него. И дальше подробностей не будет. Дань? Что такое? Даня, я... Лизок, что такое? Лиза!
Я беременна. Правда? Да. Я рад. Все прошло успешно. У вас мальчик и девочка. Давай девочку назовем Ланой. Хорошо, Дань? Ладно, а мальчика с Женей. Хорошо. Happy End. Прошло 10 лет, детям уже по 10, и вот мама с папой рассказывают им свое прошлое. Как они познакомились, жили, как мама была бешена и как она затащила папу в подвал. И еще бонусная история. Я Камила. Я очень тихая ученица. В школе у меня только одна подруга. Это Аня. Я отличница, учусь на 5 с плюсом. Всегда. Меня никто никогда не замечает. Я как мышка. Хотя я она и есть. Также в школе у нас есть королева. Она ей себя считает из-за своей красоты. Хотя она тонну макияжа себе на лицо намазала. И крашеные волосы у нее, видно же. Говорит, что она не крашеная блондинка. Хотя иногда видно, что у нее корни брюнетки отрастают. Популярных мальчиков у нас не было до этого дня. Почему вы еще не подписались на мой канал в Дзене? Ведь там выходят эксклюзивные озвучки, которых на Ютубе просто нет. Бегом переходите туда. Ссылка в описании и закрепленном комментарии. А и еще я почти закончил переносить все свои видео на Рутуб. Ссылка будет там же. Обязательно переходите и подписывайтесь, чтобы ни в коем случае не теряться. Доброе утро, дети. У нас новый одноклассник. Его зовут Ваня. Скажи, откуда ты приехал? Я приехал из Польши. Там выросли мои родители. Но они решили переехать сюда. Ого, Польша. А какие у тебя увлечения? Ну, я люблю... Не скажу, что люблю бить людям лица. Я люблю рисовать. Хорошо. Садись за любую парту. Он красивый парень. Ваня сел за третью парту второго ряда. Сидел прямо за Камилой. Сам Ваня ни капельки не любит рисовать. Он уехал из Польши, потому что его исключили. Он там избивал своих одноклассников, приставал к девушкам, в общем, был хулиганом. И его родители сказали, что уедут из Польши из-за него. После уроков. Ну что, опять сама домой пойдешь? Да, сама. Почему ты не хочешь, чтобы я тебя провожала? Просто не хочу. Я не хочу, чтобы другие знали, где я живу. Но мы ведь друзья. Прости, но нет. Ладно, тут мы расходимся. Пока, удачи. Камила шла и увидела впереди Ваню и решила за ним проследить. Так, по приколу. Через 3-4 минуты неизвестный подошел к нему. Принес деньги? Да, но тут немного меньше. На сколько? На 3000. Ай! Не айкай. Надо было ровную сумму приносить. А ты кто еще? Неважно. Я тут по-другому. Он принес немного меньше денег. Зачем его бить? Ты вообще знаешь, что за договор был между нами? Не влезай мне в свое дело, лол. А то я тебе ударю. Ну бей меня, а не его. Ну ты сама напросилась. Блин, ай, как теперь домой идти? Черт, ручку забыл. А вон какая-то девка сидит. У нее спрошу. Эй, дай ручку, пожалуйста. Ну, держи. Спасибо. О, че, это что, та самая? Эй, ты это, прости за вчера. Может, в кафе сходим? Ну, хорошо. Мой номер? Привет. Привет. Как дела? Нормально. Давай пойдем в кафе «Золотая чаша». Мне без разницы. Тогда завтра в 15:30 возле него. Хорошо. Ну, надену какое-нибудь платье. О, привет, Камила. Привет.
Привет. Ну, пошли? Пошли. Они долго общались, рассказывая о себе. Они оба друг другу нравились, как друзья, но не Камиле. Блин, Ваня очень красивый и симпатичный. Мне еще так нравится его характер. Привет. Почему ты меня игнорила в телеге? Я просто вчера гуляла с Ваней, а потом я пришла домой и сразу спать. Я не думала, что ты на свиданки там ходишь. Да не на свидание, я просто гуляла. Просто он хотел извиниться. Он там кое-что сделал. Просил не говорить. Ну ладно, а то мне тебя шиперить не с кем. Аня! Ладно, пошли на урок. Большая перемена. Блин, этот Ваня такой красавчик. Я должна его завоевать. Да, ты его стоишь. А почему он меня достоин? Потому что ты самая красивая, умная и симпатичная. Вообще-то, самая умная я. Она тройки-четверки получает, а я пятерки. Бу! Эй, ты чего так пугаешь? А что, нельзя? Нельзя. А чего эта дура с ним общается? Я должна его отбить. Привет, Ваня. Привет, а ты кто вообще? Я твоя одноклассница, Романа. А, понял. Просто ты мне понравился, хочу с тобой дружить. Ну, ладно. А какие девушки тебе нравятся? Ну, девушки с рыжими волосами, короткой стрижкой, по плеч, и которые носят оверсайз. А, спасибо. А, ой, мне пора. Пока, милый. Пока. С каких пор я милый? О, привет, Камила. А, привет. А, кстати, мне вот интересно, а какие девушки тебе нравятся? Опять тот же вопрос. Ну, с рыжими волосами, короткая стрижка и одежда оверсайз. О, прикольно. Он любит рыжих с оверсайз. Заметано. Теперь я точно в его типаже. А, точно оверсайз. Она купила много оверсайз одежды. Шорты, штаны, худи и футболки. Всего понемногу. Помногу. Так как семья Романы была очень богатой. У него в типаже рыжий в оверсайз. Но я люблю себя. Я не буду ради кого-то меняться. Я люблю себя такой, какая я есть. Нет, не буду менять себя. Он меня еще полюбит. На следующий день в школе Ваня, как обычно, пришел. И вот он захотел зайти в класс. И видит, что к нему бегут две девушки. Одна, которая подстроилась под его типаж, сделала все, что он сказал. А вот вторая, та, которая полюбила его не из-за внешности, а из-за характера, она ничего не меняла в себе. Ведь любит себя такой, какая есть. Ваня, мне нужно тебе кое-что сказать. Так неожиданно. И что же вы хотите сказать мне? И кто первый говорит? Вместе. Один, два, три. Ваня, ты мне нравишься. Давай встречаться. Что? Так, вот это было неожиданно сразу от двоих. Так и с кем будешь встречаться? А кого отвергнешь? И, ну, я, наверное, соглашусь с предложением. И больше я знаю Камилу. И она, как настоящая девушка, не повелась на мои подачки. А Романа сделала все, чтобы она была моим типажом, сделав себя другой. Наверное, соглашусь встречаться с Камилой.